Доброе утро. Вот снежок идет, и мороз стоит, минус 6, немного. Утро доброго, доброе воскресенье, новый день. Как хорошо спится на даче. Кот мозги не выносит. Нету этого мяу с 4 часов утра, когда он на охоту дома собирается. Сейчас, наверное, мяукает там один, ну и слава богу. О драконах ни слова, а то сегодня еще возвращаться туда. Вот, вчера банька удалась. Это Иркины следы, это мои следы. Первый раз все-таки в лес. В снег. То есть снегом я обтирался после бани. С сосны и с елки на себя скидывал, а вот чтоб нырнуть... А, и в водоеме в декабре плавал. А вот чтоб в снег нырнуть, то это было вчера первый раз, с чем себя и поздравляю. Так что как-то вот так. Работа, конечно, ждет. Но главное сейчас вот в правую дверь туда зайти, в сарае. Потому что там лежат стаканчики, подносы, чтоб их ставить. То есть уже пора дома сажать перцы на рассаду. Земля закуплена, перцы, семена закуплены. Так что все, все есть. Уголь беру с собой сегодня. Пакетик вот стоит. Может, сейчас второй будет. Да чего-нибудь может, будет. Все перемешаю. Хотел земли взять, ну, чего-то так. Побоялся, чтобы зараженной не было. Так что вот так красиво. А как красиво ночью, когда идешь по этим дорожкам и светишь фонарем. О, какой снег лежит. Красота. Ой, такая подсветка. И ночи светлые-светлые. Наверное, от снега и от луны. Вот как-то так. Вот стоят красавцы. Ну все, всем пока. Похвастался.